Привет, друзья! Вы на канале Принцессы Миланы. Сегодня я буду разбирать старый папин телефон. Он выпал у папы из кармана, и папа не хочет его ремонтировать. Поэтому я его сегодня буду окончательно ломать. Телефон называется Ice Cream. Давайте же начнем здесь все сломать. Вот здесь какая-то пленочка, мы ее снимаем. Она лишняя. Пытаемся его разобрать. Да, легче его разбить, чем открыть. О, наконец! Как видите, тут все повытаскивали. Ну, теперь начнем взламывать. Вот я буду взламывать это такими китайскими отвертками. Здесь вот всякие. Так. Вставляем. Я взяла вот такую. Форма крестика. И попробуем здесь все болты открутить. Надо еще разобраться, в какую сторону это было. И откручиваю. Интересно посмотреть, что у телефона внутри. Так, надо докрутить. Ой, примагнитился. Это железный, вот такой маленький болтик. Пытаюсь вам показать. Он очень маленький. Так, один болтик открутим. Дальше приступаем откручивать болтик. Ну, второй болтик такой же. Это даже интересно посмотреть, что у телефона внутри. Может быть. Докрутим. Вот, примагничивается, это хорошо. Так, еще один. Сейчас мы будем открывать все болты и разберем его до конца. Еще один. Уже 4 болта открутили. А здесь еще один болт, они не заканчиваются. О, все. 5. Так, по лекции уже 6 болтиков, а мы продолжаем дальше. Так, я там открутила, хорошо, не такое. Восемь. 9. И это еще и не все. Крутим, крутим отвертку. Так, 11 будет. Так, еще есть один, остался один болтик и все. И больше я пока не вижу.
последний 12 лет. Ну, в общем, вроде все. Так, попробуем вот это вытащить. Ребята, я не могу эти вещи, вот эти штучки вытащить, поэтому я меняю вот эту отверточку на другую ковырялку. Отверточку. Вот такая она, ковырялочка. Там есть такие еще и больше, и меньше, но именно хочу вот это ковырять. Давайте попробуем, получится ли эти. Погоди, что-то подрануло, но ладно. Так, вот здесь что-то снимается. О, почти получилось, вот она. Сейчас, почти. Еще раз одна попытка. Во-во-во! Теперь нет. Вау! Даже немножко страшно уже. Вот что я сняла. И вот что у меня осталось. Да, конечно, немножечко страшно, но... Кто хотел узнать, что в телефоне внутри, вот вам, пожалуйста. Так, продолжим сейчас. Пробую. Так, вот эту штуку. Я ее что-то рву. Ну, я пытаюсь порвать что-то. Ладно. Вот эта еще штука сияет, соединяется. И здесь, кстати, что-то написано. Так, пытаемся ее вытащить. Вот она вот здесь. Закреплена штука, я ее сейчас этой ковырялкой пытаюсь. Ой, здесь какая-то ниточка. Я ее отсоединила. Вот это что. Но это еще не все. Так, посмотрим, что здесь еще можно сделать. Тут что-то вроде откручивается. Не, ладно, эту штучку мы откладываем. Осталось вот здесь болтики открутить. Ковырялочку положим на стол. И достаем наш. И пробуем. Так. О, нет, по другую сторону я забыла. Все время здесь в этом телефоне откручивается в левую сторону, не пробую. Вот еще к черным коллекциям. О, зато у меня потом много болтиков будет. Бесплатно. Так,
Какая-то наклейка, но я не хочу. А, нет, вот здесь еще бортик есть. Я его как-то не заметила за наклейкой. Такое ощущение, что я накручивала не раз. Он застрял в этой наклейке. Подожди, то, что это желтое, я хочу этой желтой штукой воспользоваться. Вот, я ее вот так как-то разодрала, чтобы бортик у меня вышел. Ой, все, улетело. Улетело, улетело. Ну что, сейчас проверю, я все болтики открутила. Но вроде все болтики я уже открутила. Берем нашу ковырялочку и ковыряем. Вот я вот здесь ковырять буду. Ой, еще вот здесь это разбирается видно. Так, ну, я оторвала. Да, все страшнее и страшнее телефон разбирать. Ой, здесь какие-то пузырики, что ли. А здесь блестят, вот сюда сим-карту надо вставлять. Вот эта штука похожа на денежку. Так. Ой, а вот эта штучка очень похожа на телефон. Да так просто. Ничего здесь не откручивается, проверяю. О! Я пальцем вот на вот сюда нажала. Что это значит? Ой, я что-то. Вот я отломала. Давайте попробуем еще здесь что-то отломать. Я. Обалдеть. Да, конечно. Интересно, еще что-то делается? Так, и наша ответочка. И вот здесь еще снимается. Вот, я вижу, только она держится. На этой штучке. Мне так хочется вот эту штучку выковырить, потому что она так на телефон похожа. А, я ее смогла. Вот. Эту я штучку соединю, потому что она так на телефон похожа. У меня будет мини-телефон для кукол. Вот эта часть похожа на телефон. Так, откладываем и смотрим, что еще здесь. Я что-то порвала. А прям порвала. Вот это я сейчас порвала. Штучку вот она белая. Ладно, не жалко телефон. Ой, тьфу ты, да это какая-то резинка была обычная. Ладно, так, еще что-то здесь разбираю. Ой, вот еще разбирается. Ну, я прям окончательно с этой части. Мы попробуем дальше еще с другими там. С этой части чудо. Вот здесь вот это тоже выковыриваем. Так, кто еще здесь выкрывает? Вот я вижу, что вот эта часть прям. Здесь так легко снимать, конечно. Да, это интересно занятие телефон. Разбирать не то, что. Ой, я что-то здесь. Да. Наклейки пытались снять до сих пор. Она плотная, кстати, наклейка. Так себе. Ой, я с наклейкой прям сняла. Я сейчас наклейку прям сниму. Попробую снять, конечно. Пока получается не снимать, конечно. Так. Неудобно, конечно. Да.
О, там что-то есть. Там какая-то дырка. Да, дырка там. Ладно уж. Вот что пока получилось. Я что-то решила просто покончить с этой частью поместья. Так, еще что-то разбирается. Так хочется, чтобы еще что-то разбирается. Наверное, уже ничего не разбирается. А нет, вот здесь какая-то... Так надо вклеить. Вот здесь какая-то штучка. И вот это еще надо отклеить. Вот, еще вот здесь. Отклеиваем и... Это отклеиваем, я сказала. Ковырялочкой все ковыряем, ковыряем. Да, конечно, у нас получается. Так, здесь, надеюсь, очень хочется, чтобы здесь еще что-то, конечно, вылезло. Но это вряд ли. Пока ничего не хочет вынести. Да, наверное, с этой части больше ничего не вылезает. Хотя здесь еще одна часть, но здесь, наверное, вообще ничего не вылезает. Но да, здесь не вылезает ничего. Ой, здесь какие-то ключи. Ладно. Я ее оторвала. Попробуйте точки. Ой, я здесь раздираю что-то. Ковырялка, ковырялочка. Вот здесь там какая-то серебряная штучка. Интересно, здесь выковыралась эта штука? Нет, не выковыралась, наверное. Да, конечно, здесь больше ничего не разбирается. Ладно, откладываем часть. Приносим в этой части. В этой части, в этой части. Ничего. Ладно, продолжаем разбирать телефон. Телефон, телефончик. Какой-то странный. Вот здесь какая-то штучка. Здесь какой-то. Знаете, эта клейка была? Ой, ужас. Ой, там что-то серебряное. Да, так. Здесь болтиков больше никаких нет. Мы телефон почти забрали. Конечно. Вот здесь вот. Резинка здесь. Все снимаем. Наклеечка. Ой, а тут еще что-то. Видно, здесь еще что-то надо было раз. Ковырялка, помогай. Так. Так еще. О! Вот, вот! Воу! А здесь зеркало! Зеркало. Это причем какое-то размытое, а вот здесь прям правильно. Класс, я гамутая. Зеркало в айфоне. Ну ладно. Может, вот, а кстати, вот здесь что-то еще. Это, я так в зеркало не хочу, честно говоря, разбирать. Ну, а вот, а, это такая наклейка. Ну ладно. Ой, а здесь какие-то... Это не один. Какое-то размазатое зеркало опять нам подсунули. Так, все, я оторвала. Тут уже кусок грязный. Здесь размазатое зеркало. Это мне еще и не все. Вот здесь еще разбирается. Дальше. Так, почти. Ковырялочка. Давай, давай. Подожмем. О, еще. Вот, это видно дальше не смазится. Какая-то штуку я
сняла наклейку. Но вот это, а тут вот меня интересует. Она интересно снимается. Давайте попробуем ее доснимать. Реально нет уже. Вот эта часть. Нет, вот здесь что-то пластик, видите. Рассоединила, и здесь какая-то картонка будто. Здесь ничего больше не делается. А вот здесь, может быть, еще и делается. Ой, я что-то растрескала здесь. Блять. Ой. И едь. Ой, а что это такое теперь у меня есть? Да, я прикреплю потом, конечно, зеркало штучку. Ну, даже я... Может, я красно? Даже есть еще кусок телефона. Давайте снимем. Что-то было на резиночке. Ладно, давайте поширкаем что-то и еще попробуем повытаскивать. О, я ее вытащила! Вот она, штучка. Та-ра-та-та. Так, посмотрим, что еще можно. Да, продолжим, пытаемся. Вот эта штука снимается, ребята, да, она велик снимается. Снимается в кино. А, да, и пластиковая. Она пластик. Улетела. Минуту. Вот она. Смотрите, как у машины. Я хочу этих мини, я хочу этих мини. Так, шаркаю. О-о-о! Пытаюсь посмотреть, что за это наклейка внутри творится. Что-то серебряное. Я вижу. Так. Вот что-то еще здесь надо посмотреть, но я должен взять. Вот это серебряное внутри. Вот здесь еще что-то снимаем. Вот здесь что? Тут подушечки прям блестящие и мягкие. Вот. Здесь эти подушки теперь снять. Ой, их просто так разобрать здесь все. Интересно. Еще вот здесь. Это снимается. Это стекло или и что? Это стекло. Эх, я стекло ломаю. О, один какая-то дырочка. Значит, стекло тоже надо сломать. Да, конечно, я не ожидал такого. Эй. Оторвись, 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 оторвись. Ко мне уже стеклянка прыгли. Одна вот такая. Я сняла вот такую штучку. Очень мягкая. А вот здесь она, видите, как дырочки была. Ну и мы разобрали полностью этот телефон. Это такая куча. Но мне понравилось. Ставь лайк и подписывайся на мой канал. Ты еще увидишь много-много интересного. Всем пока, а может быть, я еще один телефон разберу.